Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вновь рады приветствовать вас на изучении урока субботней школы с Заокским университетом. Мы продолжаем э, тему нашего квартала, которая называется «Как толковать Писание». И сегодня мы будем рассматривать седьмой урок, который называется «Язык, текст и контекст». Давайте мы начнем с памятного стиха, который записан в книге «Второзаконие», 31 глава, 26 стих. Возьмите сию книгу закона и положите ее одесную ковчега Завета Господа, Бога Вашего, и она там будет свидетельством против тебя. Спасибо. Вам не кажется, что наш памятный стих сегодня как-то не очень сильно вдохновляет, да? потому что здесь говорится о том, что книга закона, которая является частью Библии, частью Священного Писания, должна свидетельствовать? Против нас. Зачем вообще это нужно? О чем здесь говорится? Ну, если дальше посмотреть, здесь говорится, что я знаю упорство твое и упрямство твое. И испорченное сердце. Да, и поэтому я предвижу, что жизнь будет интересной. Наши взаимоотношения будут очень интересными. Непростыми. Да, непростыми. Поэтому в качестве какого-то незыблемого мерила... В качестве арбитра я предлагаю тебе вот эту истину, вот этот стандарт. И если ты будешь соответствовать ему, то ну, по друг, по, в одном ключе будут складываться наши отношения. Если ты будешь этому противиться, тогда не то, что я в силу, ну, это как Господь говорит, не то, что я в силу своей капризности, Буду предъявлять претензии какие-то тебе, но я сошлюсь на то, что заранее провозгласил и вот сейчас подтверждаю это, ну так сказать, чтобы не было обиды, что тебе это все было известно, ну и вот настраивает на такую личную ответственность и общую ответственность народа перед Богом за то откровение, которое Господь дал им. Ну, вот действительно интересный очень вопрос, зачем Библия? Если подумать, в принципе, зачем? Разве не проще Богу было бы общаться с каждым поколением напрямую, вот без каких-то словесных там вот записей, контекстов, текстов, метафор, а вот просто избирать себе пророка и с каждым поколением общаться вживую. Но Господь вставляет Библию, вот мне я очень согласна с Еленой Николаевичем, что э, это своего рода как свидетель отношений Бога и человека. То есть это как гарант отношений Бога с человеком. То есть отношения Бога с человеком происходят как бы в контексте завета. И вот Библия это своего рода как гарант завета. То есть это те, может быть, инструкции, может быть, те правила, может быть, те требования, которые Господь заранее оговаривает в отношениях с человеком. И вот без этого строить отношения с Богом, кто такой Бог, какие у нас отношения, что нас ожидает в будущем, сложно. Антон Анатольевич, я прошу прощения, да. но я думаю, как раз ваш, ваш вопрос, он очень интересен тем, что он в контексте всего урока. Вот если бы мы прочитали только этот текст, то вот как раз бы было бы непонятно. Но как только Юрий Николаевич чуть-чуть прочитал дальше, то мы приходим прямо к названию нашего урока Все «Почему на так место. важно язык, текст и контекст». Да, действительно. И о контексте мы поговорим немного позже. Да, так же как и о тех словах, которые здесь используются, да, например, что значит свидетельствовать против тебя. Наверное, Бог не хочет найти э, нечто, чтобы нас обвинить. Да, то есть он не использует книгу закона просто как уголовный кодекс да, для того, чтобы э, определить, что мы нарушили и э, назначить нам соответствующее наказание. Но он хочет, чтобы в нашей жизни действительно был какой-то эталон, какой-то мерило, для того, чтобы мы, сравнивая себя с ним, все-таки стремились к Богу, который может помочь нам сделаться лучше. Для чего еще, помимо свидетельства против, для чего еще нужно, нужно священное писание? Ну, вообще, нужно отметить, что человек является, ну, скажем так, существом программируемым. Это, конечно, термин такой тяжеловесный, потому что взят из вот сферы каких-то высоких технологий. Да, мы не роботы, мы, да, мы не работаем по волей, да? Но все-таки я, так сказать, специально оговариваюсь, все-таки я подчеркиваю именно вот этот момент, что что появляется человек и у него, в нем мозг, мозг, да? Но мозг чтобы ему начать функционировать в плане взаимодействия с окружающим миром, должен быть научен или же это, этот мозг нужно сформировать. То есть вот есть я, да, а есть другой человек. А кто другой человек для меня? Да, это мой соперник, это мой враг, это мой друг. Кто он? Значит, ребенка нужно этому научить. Есть родитель, есть отец, мать. Кто они? Как быть, если я хочу одного, а родители другого, например, да? Этому нужно научить. Есть эта Вселенная! Что это такое? Где я оказался? Я, я родился, ну и, и что, я смотрю на небо звездное, я, я вообще озираюсь вокруг. Где я? Кто ответит на этот вопрос? Кто будет формировать этот мозг? То есть кто будет вкладывать в мозг вот эту информацию? Ну родители там или учителя, э, вопрос даже в данном случае не кто будет это делать, а вообще, что это важно делать. Поэтому, когда вы спрашиваете, почему это так важно, ориентироваться на Библию или что это за книга? то вот в этом ключе, конечно же, эта книга имеет ключевое мировоззренческое значение, чтобы сформировать, и сейчас я ухожу, ухожу от слова «запрограммировать», потому что там оно не подразумевает участие человека, либо согласие человека. А, а когда мы говорим «сформировать», то, конечно, мы имеем в виду, что человек соучаствует в этом, что он согласен на это. И вот таким образом формируется человек в большем соответствии с идеалом. А идеал ⁇ это Господь и образ и Божий, его слово, да. его слово. И вот в этой связи это все не шуточные вещи. Можно продолжить да, вот немножко. Конечно. Абсолютно согласна. А, мне кажется, когда мы приходим в этот мир, мир, в котором мы уже грешники, мы приходим грешниками, и мы альтернативной реальности не знаем, не видим, и не понимаем. Mm. А Бог как раз живет в альтернативной реальности, и у нас даже нет представления, что это, и кто это, и как это взаимодействует. И вот Библия она приоткрывает нам завесу вот этой альтернативной реальности о которой мы слышали, может быть, но мы даже не представляем, а как она функционирует и как там вообще все устроено. И вот Господь через вот эту альтернативную реальность, которая изложена в Священном Писании, Он пытается нам показать, кто мы на самом деле, кем мы были и кем мы были задуманы. И для да. нас это тоже очень важно. Но мне кажется, все то, о чем вы говорите, возможно при одном условии. При условии, что мы понимаем все то, о чем Библия написана. Ну, и понимаем правильно. Потому что если мы этого не понимаем или как-то имеем какое-то неверное представление, то э, не получится сформировать именно то мировоззрение, которое Бог хочет, чтобы было в нас сформировано. А что нужно для того, чтобы понимать Библию? Классический христианский ответ: помолиться, прежде чем начать читать. Замечательно, это прекрасно, да? да. Но прежде всего мы же знаем, что очень важно знать. Автора, кто написал ту или иную mm -hmm. книгу, да? какова ситуация в связи с чем была эта книга написана. То есть, мы задаем обычные вопросы: почему автор mm -hmm. написал, кому он писал, какая ситуация была, и потом уже, конечно, как это относится к каждому из нас. Mm -hmm. Ну, и естественно, если мы хотим докопаться какой-то глубины, то все-таки точно так же, как стихотворение Пушкина лучше понимать на русском языке, точно так же оригинал Священного Писания, язык оригинал Священного Писания понимает понять точно, что Бог говорит в том или ином случае. Ну, да, сегодня, конечно, далеко не всем доступна возможность такая читать Священное Писание в оригинале. Вот в основном мы читаем его в разных переводах, и хорошо, что эти переводы у нас есть. Но мне хотелось бы, чтобы мы с вами прочли из 14 главы первого послания Коринфянам. Два стиха, 10 и 11 стихи, которые, на мой взгляд, говорят нечто важное о понимании. О понимании речи, о понимании текста. 1 Коринфянам, 14 глава, 10 и 11 стихи. «Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Но если я не разумею значения слов, то я для говорящего чужестранец, а говорящий для меня чужестранец. Спасибо. То есть, если мы не понимаем значение слов, пишет Павел, то можем ли мы понять смысл сказанного? Конечно, Или нет. прочитанного. Это невозможно. Невозможно, невозможно. То есть это, наверное, вот тот элементарный уровень, с которого мы должны начать, если мы хотим что-то понять. Да? Мы должны убедиться, что мы правильно понимаем все слова. Всегда ли мы понимаем э, те слова, которые мы встречаем в Священном Писании? Или бывает такое, что мы читаем, вроде все понятно, но вдруг мы спотыкаемся о какое-то слово и думаем, Подождите, а что это такое? Ну, наверняка, поначалу, когда ты только открываешь для себя священное писание, этих слов гораздо больше, чем mm -hmm. впоследствии, когда ты уже начинаешь понимать, эти слов становятся все меньше и меньше. Но, конечно, поначалу мы встречаемся с словами, которые ну, тебе просто непонятны. Например, когда я впервые открыл Библию, и прочитал такое слово, как благодать. Ну, вообще для меня не было понятно. Но, и даже сейчас, когда порой я спрашиваю людей, как вы понимаете слово благодать, они говорят, это хорошо тебе, или там, это добро тебе. Mm -hmm. и, и люди больше в большей степени это применяют каким-то таким качествам или ощущениям mm -hmm. человека, но не в том смысле, о котором, конечно же, этот библейский текст или это слово подразумевает в самом своем начале. То есть есть слова, которые несут в себе очень большую нагрузку. Многогранность, Вера, да. Как, да как вот это слово «благодать», например, или слово «вера», или слово «праведность», да, которое в себя включает, может быть, даже целый спектр понятий, да? не, не какое-то одно узкое значение. Есть слова, которые имеют несколько значений. Да, и эти значения могут, могут быть разные. Вот давайте мы для примера откроем с вами посла, э, Евангелие. Евангелие от Иоанна, третью главу. Хорошо известная история, э, беседа Иисуса с Никодимом, где Иисус говорит о рождении свыше. И... Э, в этой истории несколько несколько, текст, несколько слов, да, которые могут быть по-разному поняты. Но, во-первых, даже само выражение надлежит тебе родиться свыше, которое Иисус говорит Никодиму, Никодим Его не понимает. Да, почему? Потому что то слово, которое использует Иисус, и которое означает свыше, оно же имеет и другое значение заново. И Никодим его понимает именно в этом смысле, а как это мне можно родиться заново. Да? И здесь есть еще один отрывок с 5 по 8 стихи давайте прочитаем о духе. Уверяю Тебе, ответил Иисус. Кто не родится от воды и духа, тот не сможет войти в Царствие Божие. От плоти рождается только плоть, и лишь дух рождает дух. Не удивляйся тому, что сказал Я Тебе: каждый из вас должен родиться свыше. Ветер веет, где хочет, но даже если слышишь шум его, не знаешь, откуда он и где будет дуть потом, так и с каждым, кто родится от духа. Спасибо. Вот обратите внимание, здесь несколько раз используется слово ⁇ дух ⁇ И в восьмом стихе вы прочитали ⁇ Ветер веет, где хочет ⁇ В других переводах этот текст звучит как ⁇ дух дышит, где хочет ⁇ да, э, все потому, что э, в тексте Евангелия, в греческом тексте используется греческое слово э, пневма, угу. да, которое означает как дух, так и ветер. Да, и мы видим, что даже в рамках э, одного текста, в рамках одного высказывания, это слово несколько раз повторенное, оно может приобретать... Различные значения. То есть здесь иногда даже сложно определиться, речь идет о ветре или речь идет о духе. Как же нам понять истинное значение слов? А особенно слов трудных, слов многозначных или, может быть, слов устаревших, которые иногда встречаются в священном писании, которые мы уже не используем в современном языке? Каким образом? Что нам поможет в этом? Есть какие-то инструменты для того, чтобы нам легче было понять смысл слова? Ну, начнем с того, что нужно перечитывать, перечитывать, mm -hmm. потому что любой, любая страница Священного Писания – это очень концентрированный текст. Там очень много туда внесено, угу. плотность очень высокая. И поэтому читать скорочтением невозможно, особенно Евангелие. И Николаевич, а почему особенно Евангелие? Особенно Евангелие, потому да. что, видите, после нескольких лет деятельности, проповеднической деятельности, учительской деятельности Иисуса, то, что у нас записано, это, понимаете, полтора часа, сорок минут, то есть это -то. получается, что такой Телеграммный текст. Как? Как в телеграмме, очень кратко и жадно. Да, 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 и, да, и, да. и, да. и поэтому, поэтому нужно быть очень вдумчивым и неторопливым читателем. Начнем с этого. Второе, что, если мы будем читать так вот помедленнее и, и вдумчиво, мы, конечно же, начнем много вопросов задавать. Вот это обязательный спутник э, хорошего грамотного чтения mm -hmm. текста, когда ты задаешь вопросы. Правильные вопросы. Да, да, ставишь к самому тексту, к словам отдельным, когда ты сопоставляешь следующий шаг, что написано здесь, что написано рядом, что написано ну, чуть шире. Когда ты думаешь, подожди, подожди, вот это звучит так по-русски, но ведь это не писалось по-русски, это ведь писалось на каком-то другом языке. А как интересно звучит это на другом языке. И невольно это подталкивает тебя к тому, чтобы заглянуть в какой-то справочник или у кого-то спросить, да, из знающих людей такие есть, или даже иногда, скажем, кто обращается, умеет обращаться с компьютером, можно тоже найти возможность mm -hmm. вот и эту информацию узнать. Ну вот хотя бы вот этот минимум абсолютно необходим для того, чтобы понять, уловить не только смыслы, но и их оттенки. Mm -hmm. Что тоже важно. Что вот лично мне помогает из моего опыта <клес> интересно посмотреть, как вот непонятное слово, оно может превратиться в целую тему определенного автора. Вот, например, как здесь слово дух. Посмотреть, как рассматривается Лукой вот это слово Дух через вот все Евангелие. Угу. Встречается ли оно еще где-то в других стихах, стихах, в каком контексте, почему именно это слово? И вот, интересно, можно посмотреть динамику развития какого-то понятия, какого-то выражения библейского конкретного автора. Первый Михайлович Юрий Николаевич интересно заметил, что написана: -то, Библия была первоначально не на русском языке и читают ее в основном не богословы то есть люди без богословского образования. Если учитывать, что первоначальный текст писался на арамейском, на греческом или на каких-то других языках, интересно посмотреть, вот сопоставить просто вот эти понятия, вот эти слова и выражения тоже у авторов, говорящих на этих языках. Например, если писал э, автор, который говорит на еврейском языке, интересно посмотреть других авторов, говорящих на еврейском языке, как эта тема, эти слова, эти понятия употреблялись в их книгах. И мы что-то оттуда можем взять, даже не зная древнегреческого, даже не зная древнееврейского. То есть интересно, да, мы можем сравнивать Библию с Библией. Мы помним этот принцип, что Библия изъясняет саму себя угу. и слово, которое может быть непонятно в этом тексте, его значение может открыться при чтении других текстов, где есть это очень слово. Очень занимательно, между прочим. Да, поэтому, такое наверное, такой инструмент как симфония, он до сих пор остается очень, очень актуальным. Да, мы можем использовать его, мы можем искать и смотреть, где такие же слова встречаются в Священном Писании еще. Естественно, имея дело со словами мы можем и, наверное, должны в затруднительных случаях пользоваться словарем, который содержит ну, хотя бы какую-то основную базовую информацию о том или ином слове. Бывает так, что слова многократно повторяются Бывает. в каком-то тексте. Даже тот пример, который мы с вами смотрели, мы видим, что там несколько раз подряд повторяется слово ⁇ дух ⁇ да, пусть даже в одном или в нескольких значениях, но это слово повторяется. Повторяется слово родиться, слово свыше. То есть мы видим, что идет какой-то повтор. Давайте мы еще один текст посмотрим интересный, который очень наглядно нам показывает вот этот прием, которым пользуются библейские авторы. Давайте мы прочтем. Трое Коринфянам. 1 глава с 3 по 7. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешить находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножается в нас страдание Христовы, умножается Христом и утешение наше, Скорбим ли мы, скорбим для нашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли мы, утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении. Спасибо большое. Я не знаю, кто-то считал, сколько mm -hmm. раз здесь повторяется «утешение», «утешающий», «утешать». Это около девяти, по-моему, 8 девяти, так. Да. То есть в нескольких стихах да, мы видим э, очень сконцентрированно, э, автор говорит об утешении. То есть для чего вот это повторение вообще? Чего Павел хочет добиться? Ну, всякий раз, когда повторяется то или иное слово, даже в диалоге, это говорит об усилении, по акценте на, этим mm -hmm. слов, на этом слове. То бишь и здесь, когда мы встречаем это слово в контексте, в этом именно случае, наверное, основная идея — это Павел пытается передать то, что Бог, как Он относится к нам. То есть что Слово Его, что взаимоотношения с Богом, они в любом случае каким-то образом приносят нам какой-то, вот он, он конкретно говорит об этом слове, он приносит нам утешение. Uh -huh. Что бы не было в вашей жизни, вы должны помнить, что Бог всегда рядом. Мне почему-то даже думается, такое пришло сравнение, похоже на колыбельную. Вот как мама ритм yeah. качает, песню, укачивает да. и поет песню, она обязательно будет какое-то слово повторять. И там не будет большого диапазона слова. Она будет говорить: ой, моя крошка, спимая спи, моя мой хорошня, чесни, да? да, мой хороший, мой, мой дорогой э, кроха, моя сыночек, мой, она снова и снова, и снова и снова. И ребенок так это. И, засыпает. и вот апостол Павел в данном случае тоже выступает в роли такого утешителя. То он есть... хочет усыпить свою аудиторию. <свят> успокоить. Хочет, да, но он хочет то, то, но, то, что он делает на самом да, деле. То есть пытается... он людям да. страданий, вот это подчеркивает, что утешить их хочет, угу. поддержать их. И поэтому снова и снова он к этому слову возвращается, возвращается. Действительно, вот как бы Зениачев сказал, что проявляется его отношение к... Церкви угу. напоминает поведение родителей. Вы знаете, родители, вот. когда что-то важное хотят сказать, они детям это несколько раз повторят. И уже и обычно дети говорят: мы устали, сколько, да можно. сколько можно. Но сколько в данном можно. случае не устаешь от этого слова. Устаешь, когда читаешь нет. этот текст, то ты понимаешь, что ведь здесь затронуты очень важные аспекты нашей жизни. Это переживания, mm -hmm. это скорби наши. И вот мысли, которые пытаются как раз здесь подчеркнуть Павел: не переживайте, Бог вас утешит. Он Бог всякого утешения. Это очень важно. Бывает бывают такие ситуации, когда э, мы рассматриваем слова и встречаемся со словами, которые не просто отдельно стоят, да, но которые находятся в какой-то связке друг с другом и образуют определенные выражения, устойчивые выражения, да, которые э, в процессе перевода с одного языка на другой бывает трудно перевести. То есть есть, например, пословицы, есть поговорки, которые мы используем в речи, они для нас знакомы, но если вы попытаетесь перевести их на другой язык, они потеряют смысл. То есть вы можете перевести все слова правильно да, да, в их значении, но при этом смысл потеряется. То есть да. вас не поймут, да, что вы хотите сказать. В Библии мы тоже встречаемся с подобными выражениями. Да, каким образом мы можем их понять? Ну, можно привести в пример, скажем, из послания к Евреям, первая глава и пятый стих. Кому из ангелов говорил когда-либо Бог, ты сын мой, я отныне отец свой, или я ныне родил тебя. И, кстати, этот текст часто используется для того, чтобы заявить, что Христос, сын Божий, он имеет какое-то начало. То есть он был когда-то создан бы или рожден да. отцом в какой-то момент времени. Но я вот здесь бы, видите, очень важно, что у нас сегодня есть уже современный перевод. Более уточ... mm -hmm. такой уточненный. И когда мы уже читаем, например, в современном переводе, да, то тут написано: Ты сын мой, я отныне отец, твой а также я буду его отцом, и он будет моим сыном. Здесь вообще mm -hmm. слово родил уже его нету. Потому что, видимо, первоначальный, как бы тоже текст, mm -hmm. мог подразумевать совсем другое. Mm -hmm. Ну да, но даже если мы остановимся на варианте Я ныне родил тебе, да. И здесь мы видим, что Автор послания к Евреям он цитирует э, текст Ветхого Завета. Он цитирует из Второго Псалма mm -hmm. слова, которые, э, опять же, обращены э, к царю. Да, они не, не То есть там не, не идет речь о рождении, о буквальном рождении кого-то. Да, там идет речь о э, э, да о принятии царства, о помазании на царство. И в этот момент говорится о том, что «ты, сын мой, я тебя родил». Да? И, например, в книге «Деяния» к Иисусу Христу то же самое выражение применяется в контексте воскресения. Да, 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 то, то есть это смысле, выражение да. связано с воскресением. То есть мы видим, что это своего рода устойчивое выражение, которое говорит о каком-то определенном этапе, о да, каком-то важном событии. Не обязательно речь идет о буквальном рождении. Да, или в пятой главе первого послания Коринфянам мы считаем, как апостол Павел призывает предать какого-то человека сатане. Он говорит, вот человека, который живет в блуде, вы должны предать сатане измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа то есть тоже вопрос, да, что что означает такое выражение? Что ну, значит, это принадлежит Павлу это выражение, да, то есть он его использует и вряд ли можно найти его в других контекстах. Ну, он Я его виду, как минимум еще один раз использует да. в другом послании, да, когда говорит тоже о том, что он предал кого-то Сатане, чтобы тот человек научился не богохульствовать. То есть явно здесь не идет речь о каком-то там магическом ритуале, да, когда Предание. человека там вергают куда-то к Сатане. Вот, чтобы он над этим человеком мучился. Но э, тоже устойчивое выражение, по-видимому, которое используется для э, описания того, что церковь должна предпринять. И дальше в этой главе Павел поясняет, вы удалите порочного от себя, да, из своей среды. Вот, то есть, э, по-видимому, речь идет об исключении из церкви такого человека ввиду того, что он живет в грехе да, и не хочет в этом раскаиваться. То есть мы видим, что существует выражение, которое не нужно и даже иногда вредно бывает понимать буквально. А что насчет поэзии? Да? Как, как нам быть с текстами, которые относятся к поэзии? Вообще, есть ли в Библии поэзия? Да, и много. Но там и же много в рифму ничего нет, книги да. даже. Псалтырь, поэтические одна из самых книги, книги, да, да есть псалмы. Любимая русским народом. Да, хотя хотя в рифму тогда никто не складывал стихи, но тем не менее есть другие другие характеристики поэтической речи в Священном Писании. Чаще всего это параллелизм, да, когда одна и та же мысль повторяется Нет. разными словами. И это, кстати, тоже помогает некоторые вещи понимать. Например, если мы 110-й псалом откроем и прочитаем там 10 стих. И благоговение перед Господом есть начало мудрости. У тех, кто заповеди Его исполняет, разум верный, слава Ему во век. В другом переводе начало мудрости ⁇ страх Господень. И вот это выражение ⁇ страх Господень ⁇ тоже вызывает ряд вопросов. Но здесь мы видим, что используется это в поэтическом отрывке, используется это в параллелизме. Начало мудрости и разум верный да, – это части, которые друг другу соответствуют. А страх Господень, получается, соответствует чему? Исполнению заповедей. Исполнению да, исполнение заповедей. заповедей да, да. То есть очень часто вот это понимание страх Господень или благоговение пред Господом, оно выражается в исполнении заповедей. Очень много мы в Библии можем найти э, разного рода метафор, да, литературных приемов, которые подразумевают э, какое-то э, толкование небуквальное. Да, когда Иисус говорит, что легче верблюду войти, войти сквозь его. игольные уши, да, или что вы отсаживаете комара, да, говоря о э, такой вот скрупулезности фарисеев в исполнении одних заповедей и их пренебрежении другим заповедям. Да, понятно, что здесь используется небуквальное значение этих выражений. Но еще один важный аспект, который необходимо учитывать при исследовании священного писания, и несколько раз уже мы начинали об этом говорить. Да, давайте мы попробуем завершить эту тему. Это контекст. То есть часто э, мы произносим слово контекст, говоря о том, что контекст важен, важно его учитывать, когда говорим о священном писании. Что вообще это такое? Что это за зверь такой? Mm. Контекст. Ну, можно сравнить с чем? Ну, например, с помещением, если так, пространственную такую метафору mm -hmm. взять. То есть ты вошел в комнату, вот мы сейчас в студии. Мы сейчас в студии. И когда мы в этой студии, нас нет на лужайке. Мы можем рассуждать о лужайке, но нас нет на лужайке. Нас нет где-то в погребе или там, я не знаю, в автомобиле. Поэтому э, студия предполагает определенное, определенный интерьер, определенные правила поведения, много нюансов, связанных вот с этим жанром, так назовем, вот, и с этим пространством, что мы здесь в студии, да? Поэтому э, то, что уместно здесь, то, что предполагается здесь, неуместно где-то в другом месте. Вот, например, uh -huh. вот эта вещь, да, вот сейчас, это не очень уместно на лужайке как-то. Что происходит при чтении Библии? При чтении Библии случается нередко такое, когда человек ухватывается за какой-то предмет, образно говоря, за то -то какое-то понятие да. или какое-то слово, он его выдергивает оттуда. И потом он размахивает ими и говорит: вы только послушайте. Ну, ну вообще, как можно было так сказать? Или что это может значить? И он бегает совсем уже по другой территории и спрашивает и, и пытается вот это приделать к чему-то другому, что не принадлежит к этой студии. Вот в чем дело. Mm -hmm. Поэтому нужны люди, которые бы останавливали таких и подсказывали им. И говорили, подожди, ты где это взял? В студии? Вот пойдем в студию, и я тебе объясню, какое это имеет предназначение mm -hmm. в студии. Но я тебе не смогу объяснить, какое это имеет предназначение в автомобиле, потому что это не часть автомобиля. Вот это, ну так, если по-простому. Mm -hmm. Да, я думаю, что Юрий Николаевич затронул очень важный как раз uh, такой аспект. Очень спасибо большое за этот образный mm -hmm. пример. Потому что, к сожалению, вот те разделения, которые сегодня есть, и даже в христианской церкви, и даже разное понимание внутри и нашей церкви, они происходят как раз из-за того, что исследователи священного Писания не хотят, не просто не могут, а не хотят применять контекст, то есть даже посмотреть чуть-чуть шире. То есть мне удобен этот текст. Мы говорим. Давайте все будем в платочках сегодня женщины ходить, но докопаться до контекста, в связи с чем апостол Павел написал в Коринфянам о том, что женщине нужно носить покрывало, и никто не дочитывает, что волосы являются покрывалом, да? А вот они берут этот один текст, и потом, как Юрий Николаевич говорит, все размахивают этим текстом, и говорят, вот только это и все. И это приносит, на самом деле, я считаю, большую беду. И mm -hmm. очень важно, чтобы а, и те, кто нас смотрит сегодня, и наши исследователи священного Писания могли учитывать контекст. То есть мы можем э, определить контекст как э, окружение, да, в котором э, наш текст находится. А если мы это не учитываем, то может получиться как э, с одним человеком, который сказал, вы знаете, что в Библии сказано, что Бога нет. Да, и открыл 14-й псалом, первый стих, и прочитал. Нет Бога. Нет Бога, да. да не читая все остальное, да, что сказал безумец сердце своем, что нет Бога. То есть вот сказал безумец сердце своем, это ближайший контекст, да, который совершенно меняет смысл, да, меняет смысл этого текста. Вот. Но если его вырвать, да, действительно можно сказать, что вот в Библии такое написано. То есть это, может быть, пример несколько утрированный, но э, очень часто происходит так, что мы берем какое-то слово или какое-то выражение и не обращаем внимания на то, что написано вокруг, на то, что написано рядом. Или мы не обращаем внимания на то, а какие обстоятельства были, да, в которых это было написано. Потому что важно же не только, э, где этот текст помещен у нас, да, но и важно, кто его написал в связи да. с чем? Кому его написал, да, в связи с чем его написал, в каких обстоятельствах это все происходило. То есть все эти моменты, они, естественно, влияют на понимание текста, и э, все эти моменты, они должны учитываться при чтении священного писания. Ну, опять же, э, откуда, как, мы, как нам узнать, кто написал, э, и, и кому, и, и зачем? Не всегда ведь... Э, в каждой книге будет написано, кто является автором. То есть, где-то сказано, например, Павел yeah. или Петр да, или Иоанн, а где-то ничего не говорится. Мы не знаем, да, как бы не написано, кто автор. Какие-то вещи, да, мы э, узнаем из текста самого Священного Писания, да, где-то э, нам необходима консультация э, со справочной литературой, но так или иначе, э, мы можем э, многие вещи узнать, когда мы внимательно читаем Священное Писание. Например, в начале Евангелия от Луки, Лука пишет, «Видя, что многие уже принялись описывать события, которые происходили у нас, и о которых мы узнали о тех, что были с самого начала их очевидцами, и затем стали служителями слова, решила я, тщательно изучив все, как оно происходило, описать это по порядку для тебя, достопочтимый Феофил, чтобы ты лучше узнал» насколько достоверно все то, в чем-то был наставлен. Посмотрите, здесь автор говорит о том, кому он пишет, он говорит о том, как он пишет, то есть причину, что он делает он это. Пишет. Да, и он объясняет, зачем он пишет, то есть он говорит о цели. И хотя, конечно, не в каждой библейской книге есть столь подробное и столь прямое указание на эти вещи, но тем не менее какие-то намеки мы можем при внимательном чтении обнаружить. Ну что ж, э, в завершение мы можем сказать, что, конечно же, не все в Библии может быть понято нами с первого раза, и с первого прочтения. И часто понимание требует определенных усилий. Необходимо принимать во внимание значение слов, необходимо принимать во внимание жанр и стиль э, текста, который мы читаем контекст, обстоятельства написания. И, конечно же, необходимо молиться о том, чтобы Дух Святой открывал нам истину, которая содержится в Его Слове. Это, наверное, самое главное, что нужно для понимания Священного Писания. Мы благодарим вас за то, что вы были сегодня с нами, вместе с нами исследовали этот урок. Желаем вам Божьих благословений в изучении Священного Писания. И надеемся на скорую встречу. Всего доброго. До свидания.